Прикольно. А что еще можно? Так, ребята, ребята, прошу. Что вообще за такое? А знаете что, я решил тут кушать больших. Всем привет, друзья! Но перед тем, как мы начнем, давай-ка, пожалуй, мы с тобой ручки-то продезинфицируем вот так хорошенько. А то, знаете ли, вдруг еще какой-нибудь вирус пристанет сейчас, знаете, столько всего говорят об этом. Кстати, как вы проводите свое время? И чем занимаетесь? Дома ли сидите? Либо все-таки гуляете, куда-то ходите? Напишите в комментариях, как вы проводите эту эпидемию страшную, которую нас так всех окутала. Не могу понять, что вообще происходит. Как вы думаете? Напишите в комментариях, что вообще творится в мире. Ну а мы сегодня с вами поиграем в очень прикольный симулятор. Симулятор какого-то непонятного существа. Типа какого-то муравья, мутанта мы своего создадим и будем других пожирать, чтобы становиться огромней, гигантский и большим. Погнали! Но перед тем, как мы начнем, друзья мои, мы должны создать свое существо. Это, короче, мое туловище. Вот оно такое. Там есть у меня такие зубы, ням-ням. Я должен сейчас сделать ноги. Так, а как я их должен? А, вот, смотрите. Вах, какие ноги. Так, ага, так, а еще. Мне нравятся вот эти, кстати. О, даже так я могу сделать. Смотрите, ребята. А что, мне нравится, кстати. Давайте такого замутим. Прикольно. А что еще можно? А, серьезно? Хвост? Нет, это не хвост, да что это? Hands. А, глаза есть, смотри. Прикольно. Красные нельзя глаза? Я хочу, допустим, вот такие глаза. Так, что еще есть? А, смотрите, мы тут можем прокачивать, короче, наше животное, непонятного нашего мутанта. Но пока нам не все доступно, потому что мы только начинаем, поэтому он у нас будет самый простой и самый легкий. Ну, давайте хотя бы им попробуем что-нибудь сделать. А я решил тут не выходить, я решил еще немного свою жабу эту подкрасить. Ну, давайте, короче, пусть будет... О, вот такая, какая-то ящерица. Все, ребят, короче, погнали на улицу, посмотрим, что мы тут умеем. Так, все, мы вышли, смотрите, какой я мутант. Так, кого я могу есть? Как мне вообще есть? Так, подождите. Как мне съесть кого-нибудь, ребят? Ну ешь. Он никого не ест. Понятно. А что, я куда исчез? Что со мной стало? Типа я как хамелеон могу прятаться, да, походу? Хелло, где я? Короче, ребята, я опять разобрался, почему мой монстр не мог никого есть. Да потому что у меня не было клешни. И вот сейчас я снова приделываю своему монстру клешню. И поэтому у меня будет такой обыкновенный сейчас паучок. Но он будет с тремя вот такими ногами. И я ему еще сделаю такую необыкновенную расцветку. Мы ему какой-нибудь такой интересный цвет замутим. А ну-ка, во. А давайте мы его сделаем каким-нибудь... Во, желтенький такой. А, ну-ка, теперь у меня есть клешня. И я реально ей могу кушать. Так, погнали, кого-нибудь скушаем. Нам нужно с вами расти. Вот, смотрите, мы можем гнаться за вот этими. Есть, я съел, посмотрите, я сразу вырос. Так, но проблема тут какая? За мной ведь тоже гонятся вот эти большие монстры. И они реально гигантские. Уйди отсюда. Есть, я съел еще кого-то. А вот этого? Давай, ешь его. Ешь его, говорю. Нет, меня укусили. Посмотрите, как у меня мало жизни. Вон, оранжевая жизнь. Вот этого давай съедай. Ах, я не могу постоянно клешней работать, потому что у меня очень мало денег. Мне нужно прокачать своего монстра. Он у меня реально какой-то медленный. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, я тебя съем. Ням, есть. Реально заточил. Вот этих красных, фиолетовых, синих, здоровых таких. Надо пока есть вот этих малюсеньких. Иди сюда, муравей. О-о-о, прости, прости, приятель, прости, пожалуйста. Нет, я не хотел тебя тронуть. Отстань от меня, отвали. Отвали, отвали, и ты тоже синенький. Посмотри, он гонится за мной. Упертый какой, а, реально гонится. Так, а я по воде. Нет, я по воде не могу ходить, ребята. Ух ты, какой здоровенный. Вот это да. Нет! Не съедайте меня, у меня мало жизни. Кстати, мы перед тем, как прокачать своего героя, можем выбрать, чем он будет питаться. Он может быть травоядным, то есть кушать только траву. Либо он может кушать мясо. Я выбрал, чтобы мой монстрик кушал мясо. Поэтому я пожираю других вот таких вот монстриков и пытаюсь... выжить во всей этой стае. Выжить здесь, кстати, не так-то легко, друзья. Пока я расту, пока у меня неплохо получается. Я, кстати, не могу понять, какой у меня рейтинг. Здесь нету рейтинга, по-моему. Но видно, что он становится больше. Мое это существо, кушай. Нет, прошу, не надо! Ай, не кушай меня! Какое чудовище-то, фу, противно. Да вы что гонитесь за мной? Я что, тут самый вкусный, что ли?
На, съел. Так, ребята, ребята, прошу, отстаньте от меня. Есть, съел. Так, я вырос. Я, кстати, становлюсь здоровым. Вот тут много прям кишит их, смотрите сколько. Но там этот красный, я его боюсь, блин, он может меня откусить. Нет, все, убегаем, а то он гонится вон за мной. Ну тот красный гонится за мной. Быстрее куда-нибудь, беги, нет! Он откусил кусок. Я стал медленно идти. Нет, меня сейчас съедят. Все, съели. Да блин, зачем? Друзья, ну что, я продолжаю дальше тут кушать разных мутантов. А, и знаете, что я заметил? Я заметил то, что я могу еще есть больших и, в принципе, их не бояться. А, тут мясо, давайте соберем побольше. Даже за красным я могу за вот этим охотиться, потому что он мне, в принципе, не страшен. Самое главное от него быстро увернуться. Вот мясо, видите, кушаем. Вон синяя шкала у нас повышается. И, возможно, мы так прокачиваем своего героя. А, вот этого надо опасаться, типа! Уйди отсюда! Давай, пытайся клешнёй, давай его съедай его. Нет, уйди отсюда, красный. Вот красные, кстати, самые неопасные, потому что они очень быстрые, ловкие. И они в любую минуту могут реально съесть тебя. А мы вот пока за этим охотимся, чуваком. Есть, я его съел, отлично. Замечательно. Так, у меня очень мало энергии. У меня скоро уже будет прокачка, если я успею выжить. Самое главное, мне бы выжить. Вот этого синего давай тоже съедаем. Давай, иди сюда, милый, есть. Так, чуть-чуть остается до прокачки, но мне бы чуть-чуть бы съесть бы кого-нибудь. Вот синенький, иди сюда, может зелененького, давайте зелененького. У него много мяса, давай, милый мой, давай, мы тебе сейчас съедим-ка. Хоть бы нам только никто не помешал бы. Так, остается у него мало энергии. Давай, сейчас у тебя мясо полетит. Вперед, поторопись. Ну что это такое? Убежал. Вон он, наверху. Давай за ним. Он гонится за синим, а мы за зеленым. И вот так вот тут по кругу мы бегаем за друг другом. Давай, съедай его, говорю, съедай. Есть вот мясо. Ага, берем. Отлично. Есть! Я прокачал своего героя, и мне говорят, ты можешь перейти на новый уровень. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, перед тем, как мы перейдем в другой уровень, я немножко решил прокачать своего мутанта и добавить чего-нибудь ему еще. Блин, ну как мне добавить монет? У меня мало денег, и я никак не могу улучшить его в плане прокачки. Тут ведь много разной интересной функции, но она мне вся недоступна. Что вообще за такое? Что за несправедливость? Камон, почему? Слушайте, а знаете, давайте сделаем ему еще побольше ног. Вот такой у нас будет. Жук-паук. Так, второй уровень, ребята. Опа, съел. Отлично. Это какая-то новая локация, но она похожа на ту. Да уйди отсюда! Не люблю я тебя. Пошел отсюда! Я жутко пахну. Не надо мне кушать. Ты посмотри, какой настырный. Гонится и все за мной. Короче, мы потом сможем прокачивать настолько нашего героя, что есть быстро этих всяких жуков и пауков. Есть разные растения, мясо. В общем, все подряд. Ну вот, что такое, я стал какой-то медленный. Ах, меня красный откусил. Видите, там мне жизнь отнялась. Сейчас мы этого добьем, смотрите. Есть, полетели куски, шматки. Но тут монстр ко мне подошел какой-то и съел меня! Камон, почему? А знаете что, я решил тут кушать больших. Да и пусть они меня съедят. Ну нет, маленькие я, конечно, тоже буду есть. Вот, допустим, тебя, давай. Вот только красный мне может помешать. Ну вот я боюсь вот этих красных, да ну. Вообще они противные, эти красные. Фу. Что можно мне сделать еще, чтобы мой монстрик стал быстрее? Я не могу понять, как мне его прокачать еще лучше, ребята. Ну ладно, давай таким я буду. Ням. Ням. Съедаем. Съедаем мясо. Есть. Ах ты, красный. Сейчас я тебе дам. Вот я сейчас, вот видите, смотрите, я красного ем. Ну, сзади опять красный за мной подходит. И он меня пытается съесть. Да, друзья, к сожалению, нужно признать, я пока еще слабый. Ну вот с этим я более-менее справляюсь. Хотя тоже их нужно приходится долго щупальцами своими мучить. Сейчас он убежит куда-нибудь. И все. Нет, я его съедаю все-таки. Давай. Ешь. Есть. А давай-ка вот этого... Мы его обойдем так сзади? Не обойдем! Съели меня! Эх, друзья, да. Конечно, мне нужно еще долго прокачивать себя, чтобы стать более мощным мутантом. Но это был такой... как бы проверочный этап, поэтому я думаю, что в следующий раз я прокачаю себя и прокачаю своего мутанта, чтобы жрать их. Поэтому я, скорее всего, думаю, что я вторую часть еще сниму данного симулятора, если он вам понравился. Поставьте лайк, напишите в комментариях, как вам этот симулятор. Ну, а на этом сегодня все. Так вот вышло. Я, к сожалению, пока еще слабый. Буду прокачивать себя. Всем удачи, всем пока-пока.